На плацу перед областным военкоматом выстроились 54 человека. Они уже примерили на себя военную форму, но по привычке их еще называют призывниками, а не солдатами. Эти парни стали последними представителями нашего региона, отправленными в войска во время весеннего призыва 2017 года. Всего 1348 граждан в Ульяновской области отправились проходить службу в Министерстве обороны и в войсках Национальной гвардии. Норма призыва, установленная штабом Центрального военного округа для Ульяновской области, выполнена на 100%. Все воинские команды ушли в установленное время, установленное количество и установленное качество. Среди последних призывников солдат Национальной гвардии нет. Все они идут служить в вооруженные силы. Сухопутные войска, войска связи, в радиоразведку. А четверо ульяновцев отправляются служить в недавно созданные научные роты. География службы тоже велика. От Санкт-Петербурга до Урала. По словам самих призывников, к службе в армии они отнеслись как к чему-то само собой разумеющемуся. И прятаться от нее не собирались. Группа по здоровью у меня максимальная. Права категории Б и С есть. Сразу рассчитываю на хорошие войска. Поэтому нет смысла спрятаться. Последние призывники этой весны получили, пожалуй, самые лучшие наставления из всех отправившихся на службу. Перед ними выступили ветераны-афганцы, представители казачества. Настроение им подняли музыкальными номерами. Проводить сыновей на службу приехали и родители, которым теперь предстоит набраться сил и терпения. Мой сын уходит служить в город Санкт-Петербург. Совсем недавно при военной академии Санкт-Петербурга открылись научные роты. И нам посчастливилось пройти конкурсный отбор в эту роту. Принимают туда призывников только с проходным баллом высшего образования 4,9. Поэтому тот красный диплом, который получил мой сын, пригодился ему и в этом. Получили будущие солдаты духовную поддержку, причем каждый в зависимости от своей конфессии. Православных окропили святой водой, а мусульмане прочитали молитву вместе с муфтием Ульяновской области Совмяном Сулеймановым. Официально весенний призыв закончится 15 июля. К этому дню будут подведены окончательные итоги и начнется подготовка к следующему, осеннему призыву. Игорь Улитин, Руслан Баталов, Новости дня, Ульяновская правда.